Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров поздравил университет с днем его рождения. 18 ноября вуз празднует свое 216-летие со дня основания. Торжество прошло во дворе главного здания университета. Сопровождалось оно торжественным фейерверком и праздничным тортом. Во время празднования ректор подметил достижения, которые вуз достиг за один год, а также пожелал усердной работы университету в дальнейшем. Я желаю вам удачи, не болеть и всегда быть друг с другом, и всегда быть открытым в университете и достойным университета. Не бойтесь ничего, не бойтесь ничего, и все у вас тогда будет нормально. Не останавливайтесь никогда на полпути. Я поздравляю вас с днем рождения нашего университета и хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете, за все, что вы творите в стенах нашей Альма-Матер. Бигзор Рахмат, спасибо большое. К поздравлениям университета присоединилось также и студенческое сообщество. Они подготовили песни, танцы и другие концертные номера. Студенты поздравили как вуз, так и работников и пожелали дальнейшего развития. В этот замечательный день мы, студенты Казанского федерального университета, хотели бы присоединиться ко всем вышесказанным добрым пожеланиям в адрес нашей Альма-Матер, в ваш адрес, Ильшат Авкатович. Пусть наш университет всегда будет развиваться, стоять на передовых позициях, добиваться новых вершин.